Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной выезд. Собрались покататься. Сегодня у нас есть определенные автомобили. Ноги уже стравливаются. Это мой автомобиль. У меня летняя резина. Вот, Серега приехал на Дастере. Здорово, Серега. Всем привет. Да. Ты не переобулся, да, на зиме еще? На зиме. Так, Нивас у нас на 185-й. Она как бы тоже шипованная у него. Вот. Что у нас еще? УАЗы. Вот там и Ниссана. Нет, не Ниссан, это Митсубиси. И Митсубиси. Короче, сейчас ждем. Еще в 2 часа у нас выезд. Так что смотрите, погнали дальше. Ребята, движемся в колонне. Впереди нас идет автомобиль с высоким клиренсом. Мы идем пока на летней резине. Пока вроде движение нормальное. Автомобиль проваливается уже. Межосевой дифференциал заблокировал. Пока идем на нем. Потому что без блокированного дифференциала сложновато машине. Ну а так на летней резине пока все отлично. Так что мы движемся. Тяжело, ребята, тяжело. Так, ребята, у нас первые трудности на нашем пути. Дерево, которое сейчас уберем, чтобы машинам было легче проехать. Сушняк. Да, сушняк. Убираем сушняк. Дорога не самая легкая. У нас сейчас где-то плюс 6. Примерно плюс 6. Вот. Сейчас освобождаем и движемся дальше. Так, Мунивас, резина АТ-шка, но пока ничего, вроде рулит нормально. Дастер у нас без имитации. Нива 185 резина. Шевик у нас. Еще один шевик. Так, у нас там УАЗ, Митсубиси и длинная Нива. Пока все проходят нормально. Потому что днище прям уже... Ну а так... У нас понижаечка, дифференциал заблокированный, вторая пониженная. Пока мы едем, пока у нас все нормально. Резина у нас. Давай, давай, газу, 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 газу. Давай, рулем, 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 работай. Газу, 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 газу. Крути, 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 крути. Рулем, рулем, вот так. Давай, 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 давай. Ага. Сейчас выехали в поле, получается. То есть получается, газель клиренс выше, мы на своей Ниве клиренс весь, короче, заминаем, потому что Нива ниже намного. Стоп, 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 назад. Короче, мы дальше не едем, мы пока не едем. Давай, раскачивай, ага. Давай, давай, жмем, жмем. Все, все, назад, 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 назад.
нагребаем, смотри, здесь нагребается. Короче, смотрите сами, нагребло. В колею мы не умещаемся. Да, и в колею мы не умещаемся. Чувствуешь удар какой? Короче, мы накатываем. Нам, честно сказать, сложно. Нам очень сложно. Не знаю. Тем более мы сейчас на подъеме стоим определенном. Но ничего, сейчас мы накатаем. Сзади нас вон Дастер стоит. На первой пониженной. Давай назад. И сейчас это прям на вторую пониженную переходи. Набирай. Давай вторую пониженную и газ. Давай, пошли. Давай, 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 давай. Все, должны пройти. Вот. Короче, обороты у нас. Нашу машину вытащили. Все нормально. Едем дальше. Такой, вот, смотрите, снега сколько. Сейчас попробует брат у меня выехать. Здесь, Женек. Ну, у вас повыше немножко. Человек звонит, интересуется, где мы находимся. Блин, ну здесь, конечно, жесть. Реально жесть. Ну что, жесть, по щиколотку. По щиколотку. Надо сапоги обувать. Ну, нормально. Так, наши автомобили. Все движутся. Дифференциал повыше, чтобы трение здесь-то хоть поможет. Помогла бы больше, конечно, зимняя резина. Да. А то она скользит у меня. Грязь хотя бы будет, а везде снег. Отлично, отлично. Отлично. Не вас в стоке почти. Но идет. О, грязь. О, да. Грязь, грязь. Не-не, давай назад. Итак, у нас первая грязь. И все? Сел? Сел? Нет. Скажи да. Да он не может. Давай толкнем. Давай. Давай. Первый есть. Ну-ка. Ну, три колеса у нас крутят, слава богу, хоть работает. Короче, машина сидит на брюхе, и она не едет просто-напросто. Просто, видишь, вот скользит колеса. Да, набило, и все. Колеса задние вывесились, и она сюда уже не проходит. Пили через мягкий шакл. Давай посмотрим. Давай. Поехали. Смотрим, смотрим, что получится. О! Пока все работает. Давай, посильней! Все, отлично. Вот, мягкие шаклы. Человек у нас делает. По 300 рублей продает. Так, Дастер у нас. ESP нету. Привод как у Нивы. Давай дальше смотрим. Так, здесь у него 185-я резина, шипы виднеются. Вылетающие, да? Вот он, разгон. Егорочка. Быстрее залететь. Ух ты, удар какой. Ударился, слышал как? Давай. Так, шевики у нас. У него ничего, он стандартный, не знаешь? Стандартный, вообще стандартный. Ну ты ударился, да. Ничего нету. Самый стандарт стандарта. Ну так, у тебя тоже стандарт. А вот следующий сняли. Ну здесь, конечно, уже накатано. Полегче должно быть, полегче. Ну вообще легко, да? Нормально. Зашел легко. Идем в Гаяну. Так, ну сапоги надо уже перебывать. Это все несерьезно. Жги, Игорян! Да чего жечь-то? Грязь хоть раз в месяц, все. Вот чуть-чуть не вписывается поворот. А между прочим, мы вашу клею не умещаемся. У вас ширина. Видишь, как хорошо идет. Так, ну смотрим. УАЗ.
Дифференциал заблокировал. Резина стандартная. Немножко пробуксовывает, да? Тяжело ему. Ну, то, что не накатанный, естественно. Что у него, не знаешь? Блоков никаких нет? В стандарте он? Я не могу сказать. Не знаешь? Здесь получается и диагональное вывешивание небольшое. Вот в том месте. Так, ну Руслан, Митсубиси. Ну ему здесь скучно, конечно, ну, жить. Ну вообще с такими тапочками. Да. Смешно, при чем вы тут вообще стояли? Да. Ну вот, смотрите. Ай-яй-яй, сглазили. Так, 31-е. Ладно, короче, мы заехали. Сейчас будем что-нибудь думать дальше. Газончик. Ну, вы представляете, если ему тяжело. Так, не вас. У него клиренс повыше. Клиренс повыше. После него поедем и посмотрим. Ну вот, и резина у него пошире. Вот вам, пожалуйста, Нива в стандарте, видишь? Клиренс меньше. Цепляет и не едет. Просто-напросто и не едет. Но снега реально много. Клиренс, резина, конечно, решает. Много решает. Ага. Не так-то все просто. Так, ребята у нас уехали туда. Мы пока в ямке не можем выехать. Сейчас мой автомобиль мы выдернем и поедем дальше. Ну, заодно дорогу накатаем для Дастера, для Нивы короткой. Дастер у нас идет. Но красавчик. Так, здесь набили. Ну и уже проще. Для всех намного проще. Ну, сами видите, смотрите, на стандартной Ниве, на моей, сколько снега. Так, Серега докатался, все на этом, засел. Да. Давай, поехали. Ага. Все-таки летняя резина дает о себе знать, да? Я, собственно, тоже на летней. Ну, у тебя все равно протекторы хоть есть, что выкидывать. За Руслана цепляй, наверное. Да ладно. Ой-ой-ой. Ну, крутяк, конечно. Даже с такой могучей силой и очень сложно вытащить Дастер. Давай, все, вроде как бы нормально. Так, здесь проехали, смотрим. Не вас на стандартной резине, шипы. Пока все нормально, все справляются. Здесь мне просто за фаркоп цеплять нельзя, его немножко оторвали, поэтому нужно аккуратно. Здесь, смотрите, уже водичка, видите, да?
Что, мы что ли? Проскочим? Угу. Нормально, нормально, нормально. О, Серег, тебе дать мягкую петлю, у меня есть. Короче, сами видите, что здесь и как там. Впереди, которые машины, вон они стоят, тоже не доехали. Подожди, подожди, сейчас он приготовится. Давай. Ну, очень тяжело. Стоп, 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 Серега. Да. Решили пустить дастер по этой колее. Вот смотрите, дастер стандартный, без ESP. То, что днище как лыжа, зацепов нету, и он прошел. Вот так вот. Смотрим. Давай, 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 давай. Короче, прям как-то некрасиво, блин. Да. Да, Руслан, давай, цепляй. Ребята, короче, едем. Все, короче, мы зацепились. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А здесь как глубоко-то, смотри. Так, сейчас мы вам почистим стеклышко, чтобы было видно. Но дастер-то прошел, ты видел что? Ну хотя у него резина зимняя. Да нет, резины не хватает. Вот. И то, что днище у него как бы лыжей, может быть, это еще легче. Зачем? Ну мы отцепились, едем сами. Че ты, понижаечку? А, ты на первый? Ну давай, поехали. Короче, мы здесь доминируем. Машины не едут. Наша тачка одна единственная едет. Остальные никто не едет. Да, но только мы едем на трассу. За счет летней резины мы пока не едем. Ну все, мы движемся, движемся. Давай, погнали. Давай, поехали, не тормози. Короче, как-то так мы движемся, ребята. Очень сложно. Не-не-не, давай нам проезжай выше, 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 выше. Да. Стой, стой, назад нам надо. Отлично, отлично, отлично. Так, ребята, пока все у нас получается. Очень Иван... сильно зимней резины, да, не хватает. Напоминаю, Иван, который на красной Ниве катался, он, к сожалению, свой автомобиль продал. А почему ты продал свой автомобиль? Решил новый. Решил новый. Короче, человек работает, пытается как-то выжить в этом мире, купить себе другой автомобиль. Ну, так же, как и мы все, работаем для того, чтобы жить, какие-то удовольствия. У нас удовольствия вот такие вот, чтобы выезжать, радовать вас своими покатушками. Так что не забывайте, подписывайтесь, ставьте там лайкосы. Ждем впереди, когда дорога освободится у нас. Ну, дастер, я вот на данный момент прям дастер молодец. Он резину, смотри, нормально подспустил на наш промах. Да, между прочим, дастер до, скольки он сказал, 1.2 что ли, стравился. И у него зимняя резина шипованная. Ну и зацепи, естественно, лучше у него. У нас, я напомню, что Виати Боск стоит, она как бы АТ-шка. Ну, летняя резина, поэтому мы никуда не едем. Все ништяк, висим на пузе. Итак, ребят, смотрите. Вышел я с автомобиля. Наш автомобиль стоит. Вот. Просто-напросто автомобиль проваливается. Снег, назад, снег тяжелый. Пробуем. Здесь у нас. Давай, давай. Там тоже не едут. Просто колеса вывесились. И мы стоим. И стоим жестко.
такая вот погодочка. Снега в полях с каждым днем уменьшается. То дождь идет. Плюсовая температура. Снег, конечно, подтаивает. Здесь за счет того, что посадка, снег лежит, солнце меньше попадает. И снег тем самым тает медленнее. Там за счет того, что солнце попадает, снег уже видите сами, да? Здесь, конечно, снега просто прилично. Снега очень много. Так что сейчас мы пытаемся выехать, ну и поедем дальше кататься. Нас ребята вон те ждут. Что хочу сказать про свою Ниву. Как бы сколько минусов не было, там покраска у ней не очень, то, что она отлетает. Вообще автомобиль классный. Очень хороший автомобиль. Как бы кто бы там ни писал, зачем это говно покупать и прочее. Но нет, я бы сказал, что меня он вполне устраивает. Буксуем. Иван нашел проблему. Ну-ка, покажи. Смотрите, что за хреновина. Я как бы не замечал, где это происходит. Может, сам руль открутился? Да, ножик есть здесь. Где ножик? Ножик, дай. Ножик где-то там. Короче, такую ерунду нашли. Ну, разберем, посмотрим. Да, вместе с валом был, да. Короче, вместе с валом. Ну, поедем в сервис опять, посмотрим, что за хреновина там у нас. Ну, машина все равно хорошая. Так, ладно, ждем проезда. Все загородили, проехать не можем. Рычагами цепляет. Вот здесь тяжело, прям. Ну нет, смотрите. Отлично, отлично. Так что, несмотря на то, что краска слазит, руль болтается, машина классная. Не забудь подписаться. Весь контент для вас, ребята. Кто там у нас стоит? Шевик стоит. Короткая Нива, длинная Нива и Дастер стоит. У всех клиренс относительно одинаковый. Относительно одинаковый, да? И здесь смотрим. 31-я Нива. Она клиренс выше. Ну, хотя Шевик как сюда проехал. А, его же только сейчас затащили. Ну и все, Митсубиси и у вас стоит. У тех, у кого резина более-менее нормальная, и у кого клиренс выше. Все. Стандартные машины там стоят. Подготовленные автомобили в основном стоят здесь. На трассу цепляем. Все, тащим. Сами видите, сколько цепляет, да, снега. Дастер. По нашему следу. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Ну, не знаю, я не знаю. Да ладно, красавчик. Вау! Дастер рулит! Идет отлично. Ну, 31-й, смотрите как, неплохо. Я даже не думал. Отлично, отлично. Отлично. Прошел. Так, Ванька, Ванька, но зря, 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 конечно. Очень зря. Вот. Но достойно. Вполне достойно. Но опять же, смотрите, под картер снега набил. И не идет. Но зацеп хороший. Ну, относительно все классно. Сидит, чай попивает. Молодец. Так, результат один и тот же. Там просто глубоко. Снега много. И все на этом. Не-не, ага, давай назад. Так был сразу, пока инерция была. Вот такими руками. Да. Я себе установил дифференциал повышенного трения в заднем мосту у меня. АВТ-шный стоит. Не помогает. Вот в такой
В снегу и на льду он работает. В других условиях на диагонали мягкого включения. Ну, в принципе, если была бы резина более-менее нормальная, он бы, конечно, проехал. Не, должен ты. Ваня, ну-ка ты попробуй, ты же умеешь ездить. Он не выйдет, он завалил. Выйдет, выйдет, он двигается. А, то вот так еще решили. Короче, это благо, у меня несколько тросов. Инерцию самое главное, поймать вперед назад. Они прокладки наши. Давай посмотрим. Тут надо без понижайки, Ванька. Не, наоборот, с понижайкой надо. Она будет срывать ее сильнее. А, в смысле, ну, понял. Все, Вань, давай, выезжай, вытаскивай его. Давай. Не прокладки дел, ребята. Нет, опыта не хватает. Вот вперед, видишь, она пытается. Ну, понятно. Поехали, Вань. Все, отлично. Глубоко, глубоко. Да? Вот сейчас вот эти два трапа. Два здесь через мягкий. Ну, заодно посмотрим, как оно будет работать. Готов, Серега? Готов, Вань? Ну, давайте посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, смотрите, где надо ездить. Да, надо его, наверное, назад тянуть. Вань, все, давай назад его. Проблема. С рулем поедем по гарантии, где что там непонятно, конечно. Главное, чтобы не отвалилось. Вроде грязь есть, хочу прокатнуться. Дифференциал у нас разблокированный. Ну тут и грязь, ну и покататься для интереса немножечко вроде есть, посмотреть, как едет по грязи. Лишь бы не сбуксовать здесь, да? Ух, как она едет, интересно. Ну да, грязи еще мало, конечно, да? Заноса. Заноса такого еще нету. Ну, уже, конечно, будет скоро интересно. Просто в грязь на горочку встать и попробовать тронуться. О, так интересней. О, вот это нормально уже. Вот так вот. Уже интереснее, конечно. Вот. Главное, чтобы руль не отвалился, а так все нормально. Едет, не вас, едет. Ну, что можно сказать. Все машины достойные. Номер у меня чистый, видите, да? За счет снега. Здесь, вот, представьте, какой клиренс. Если снег здесь сидит там, да, у него? Здесь УАЗик у нас. Тоже. Не вас. Все выехали нормально. Сейчас движемся дальше. Большой поворотик. Выезжаем под мост. Экипаж полный. Начинаем трогаться. Будем выезжать. У нас тоже бортпроводник Иван. Там братан прячется. Он у нас сегодня за главного водителя. Так что все, мы будем выезжать дальше. Ага. Шевику тут такие есть ямочки. И получается диагональное вывешивание. Короче, мы приехали. Дифференциал у нас был разблокированный. Но и все равно мы не смогли проехать. Пошли мы
лебедиться, цепляться. Пошли. И будем ну, вытаскивать. Сидите. Пошел я. Брат пошел вытаскивать. Последний раз. Больше не встревай. Вот столько снега. Вот так мы примерно и уперлись. Поэтому мы и не едем. Просто мы не едем. Клиренс не позволяет, резина не позволяет. Ребята, нас кое-как вытащили оттуда. Очень глубоко. Пробуем. Вторая пониженная, газ пол. Других вариантов вообще нету. Других вариантов. Все, отлично, отлично. Газ пол решает, решает. Летняя резина вытягивает. Шевик набирает скорость. Ну, на самом деле, на летней резине сложновато ездить. Очень сложновато ехать. Отлично. Ну, посмотрим у вас на понижаечке. На слабом ходу. Для него это уже не интересно. Просто для него не интересно. Даже мостом не заливает, потому что клиренс позволяет. Вот только так, стоп. Я понимаю, просто я же завтра не въеду. Горочка такая. И мы проехали. Ты сзади не вставай, то вдруг не увидите, а ей не проедем. Я наоборот. На улице пошел дождь. Погода, конечно, неприятная, ребята, неприятная погода. Одна машина хорошо, две машины лучше, три машины – это сила, да? Шевик, который пытался проехать, к сожалению, не смог. Его та же самая участь. Та же самая участь. Шевик решил протоптать дорогу. Ну, конечно, бугор серьезный, да? Вот напишите, что вы думаете про эту дорогу. Лайтово, не лайтово. Вот. Уже грязь. И на выезде грязь. И здесь. Сейчас вот посмотрим, он еще раз проедет. Давайте-ка посмотрим. Чуть-чуть ходу не хватило. Чуть-чуть ходу не хватило. Ну, смотрите, самостоятельно, да? Самостоятельно идет. Классно, классно. Напоминаю, в описании будет ссылочка в группе Viber. У меня есть по катушке в Оренбурге. Там мы скидываем всю информацию, когда мы собираемся на покатушке. Так что переходите. Группа в Viber по катушке в Оренбурге. В описании переходи. Ну, смотрим, Дастер. Достойно, достойно, достойно. Давай, поехали. Кто у нас следующий? Давайте, смотрим не вас. Все идут на скорости, конечно. Отлично, отлично. Смотрим. Мой автомобиль 31-й. Надеюсь, пройдет нормально. Хотелось бы, конечно. Ну, давайте, топчем. Надо топтать. Резина летняя, ребята. Ух. Не вырулит. Так что все отлично.
Покатушки у нас пока идут по плану. Ой-ой-ой. Вау! Сила, да? Сила, конечно. Ну вот, Дастер. Рулит, рулит. Красиво, ребята, красиво. Да? Напишите, как вам, нравится? Ну вот, смотрите, как шевик. Не хватает ему, что ли? Нету эффекта. Где эффект? Так, когда занимаемся такими делами, смотрите, что происходит с автомобилем Дастером. И когда окна не закрываем. На это нужно все потом ехать, мыть машины. На это, конечно, нужно все время и финансы. Но уже сносит, да, прямо? Вмесил уже. У нас тут определенные потери. На шевике ремень расслоился. Короче, все Рустанова потащил домой. Так что мы тоже сейчас выдвигаемся в сторону дома. Всем участникам, всем, кто смотрел, большое спасибо. Ставьте обязательно лайкосы. Обязательно подписывайся. Так что всем удачи, мы будем собираться. Все, сейчас, короче, все домой. Покатушки у нас закончились, все разъехались домой. Мы тоже едем через Кушкулинский карьер. Такие места. Главное, нам не застрять, мы сейчас остались одни. Ага, пока вроде мы едем. Тут как раз и грязь есть немножечко. Да, я и говорю, надо было. Вот. Здесь вот вроде и нормально. Хотим выбраться домой, а дорогу мы, короче говоря, не знаем. Вот сейчас ребята первые поехали. Мы поедем за ними.